Так, теперь расскажу вам про новинку. Этот стульчик долго очень ждали мамочки, потому что которые привыкли к Мама.ру, они хотели что-то необычное использовать и в дальнейшем, то есть 6 месяцев, да, уже куда можно... Да, кстати, не сказала, что качалка, она предназначена для малыша с рождения до веса 11,5 килограмм. Это примерно 8-10 месяцев. Дальше уже нужен стульчик. То есть в чем же уникальность стульчика для кормления for moms? Его уникальность в магнитном столике. То есть здесь магнитное покрытие столика идет, а также магниты идут в боковых креплениях стульчика, для того, чтобы столик быстро и легко можно было прикрепить. У кого были стандартные стульчики, те знают, что нужно обязательно попасть столиком в специальные пазы на подлокотниках сидения. Здесь такого нет, то есть здесь легко. Вот. Раз, и у вас магниты сами притягивают к себе стульчик. Столик оснащен съемным подносом, который можно мыть в посудомоечной машинке. Столик регулируется по глубине в трех положениях нажатием на две кнопки. Столик очень крепко держится, потому что некоторые мамы у нас спрашивают, ну как же, там магниты, легко ребенок сам его скинет. Нет, такого нет, то есть смотрите, вот надежно держится и снимается он нажатием на кнопку. Вот. Видите, все держит. То есть посуда специально идет. В комплекте идет одна тарелочка с крышкой, и отдельно также можно приобрести набор еще. Ремни пятиточечные, и есть защита от выпадения, чтобы малыш, даже если не пристегнут ремнями, он у вас не выпал под столиком. Ремни можно сделать трехточечными. То есть вот здесь вот. Вот здесь просто вытаскиваете, и здесь также вот вынимается. То есть и получается трехточечные ремни для малыша, например, после годика. Стульчик предназначен для ребенка с 6 месяцев до достижения веса 27 килограмм. То есть, по сути, до 7 лет вы можете спокойно использовать этот стульчик. Он регулируется в трех положениях по высоте. Плавная регулировка у него идет. Есть удобные подножки, на которые малыш может ставить ножки или самостоятельно забираться в стульчик. Сиденье оснащено съемным моющимся вкладышем. Но, по сути, на самом деле, такой материал, что вам даже и не придется снимать вкладыш, можно просто легко губкой протереть. Какие-то вопросы, может быть, есть по стульчику? Нет? Все тогда. Все, спасибо.